Щучка взяла на мамаса. Гуляет теперь по кувшинкам. Тоненькая плетеночка. Не хочется мне. Форсировать это дело. Хоть и щучка небольшая. Зато бойкая. Сейчас чуть-чуть утомим ее. Мы непонятно, она там промахнулась. В башке сидит этот шалопай. И возьмем эрис. О! Да это крупняк сегодня. А вы говорили, не клюет. Красава. За килошку.